viens, on va voir la fiche. On attend un peu de train. Le soir, je dis qui gagne. Ах, Смиды, наверное. Я хочу в какую-нибудь арку нырнуть. Ну давай, мы сейчас идем нырять в арку. Ой, какая-то комбы. Выполз из тени. Купаться! Ой! Что? У меня камера, мне нельзя ее мочить. Петергоф, в общем, ребят. Ржеет рожь, овес росится. Чечевица, чечевица. Ржится рожь, овес овсица. Овсица. Чечевица, чечевица. Чечевица, чечевица. Что у тебя это? Что? Девочка. Да зачем ты их так? Я хочу жить. Нет, меня их напугало. Даже так не попали. В благородных целях, хочешь сказать? Так не идешь. Мы точно во Франции, не в Греции, нет? Что тогда так печет? Я не планировала идти по кругу, но посмотрите на меня. Трубы такие старые. Вообще.
граница. Блин, какие огромные, чтобы это ни было. Не помню, как называется. Олесь, да. У тебя есть карта по Версалю? Да. Это хорошо. А что? Заблудились? Ну, нет, если что, можно будет погуглить. Сколько возвращаться и куда идти вообще? Можно, пожалуйста, слову эту хрень, как она нибудь. Версаль, 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 Версаль. Не хватит! Версаль, Версаль. Там лодочки, пойдем на лодочках. Олесь, все сейчас прокат стоит? Ну, если дорого, то не пойдем на лодочках. Тири-тири-тири-тири-тири-тири. Давай, короче, про то, что я тебе говорила. Давай выпуск новостей. Коротенько, ну вот на фоне Аполлона. Турун-ту-ту-ту-ту-ту-тунц. Так, а что говорить, мы в эфире? Да. Хорошо, здесь вы видите фонтан Аполлон. Он находится в Версале. И его планируют почистить третьим. И, скорее всего, это будет последняя чистка фонтана. Я надеюсь, что он выживет. Приглашаю вас на Брюссель. Куда ты не хочешь? Я к этому... Я хочу к деревне Марии Антуанетты. Там пакеты! Какие пакеты? Ладно, хорошо. Почему пакеты? Ну нет, я знаю, что они похожи издалека на пакеты. Просто называют лебедей пакетами. Самолет! Кукурузник! Кукурузник. Интересно, ну да, точно. Что? Во Франции же теперь нет короля. Верно, революционеры. Do you hear the people sing, singing a song of them? Что ты поешь? Ты поешь гимн из отверженных, что ли? Да. Вот, туда. Где-то тут мороженое, но я точно не знаю где. Хочу пакет снять. Мы идем к Марии Антуанетте в гости. Эй, Машка. Он что, не настоящий? Он настоящий! Ребята, пакет настоящий. Ребят, блин, так близко этот пакет, я его еще не видела ни разу так близко. Полина! Смотри, какой красивый. Какой красавец. Дай ему хлебушка, блин. Блин, он у нас там остался.
Я так близко лебедь еще ни разу не видел. Ой, такой хороший. Какой красивый. Красавчик. Там вторая. Это девочка. Такая блеклая немножко. Быстро плавает. Хвостик. Лапы такие, смотри, клево. Внушительные, да. Там с тобой большая белая грудка. Пакет. Ну, интересно, они могут нырять? Конечно. В общем, ребята, вы видели версальских пакетов. Поздравляю. Я в восторге. Что еще нужно от жизни? Да все. Там речки должны быть. Это вот там немножко. Но оно начинается здесь, оно прямо огибает туда. Это вот одно из тех мест. Речка, оно туда подальше. Ну тут видно, что тут, в принципе, водилась дичь реально. Тогда. Ребята, если вы думали, что Версаль это Петергоф, то вот это Версаль. Ребята. Да, ну мы с вами уже объяснили, что в чем разница. Ну да, просто люди-то за кадром не знают об этом. Ну это теперь объясни, что площадь Петергофа 100 гектаров. 100 гектаров, а площадь Версаля 60 тысяч гектаров. Да не 60, а 6 тысяч. 6 тысяч. 60 тысяч, это я не знаю площадь чего, это... 6 тысяч гектаров. Вот. Поэтому тут все измеряется типа в километрах. И мы сейчас с Алисой топаем 3 километра до деревни Мариан. 3,5 километра. Да, 3,5 километра, шикарно. А вчера мы прошли 22,5 километра за день. 21,5. Это сна, я не знаю. Там... За день, ребят. Это 300 тысяч шагов или сколько мы там сделали. Это как, чтобы вы знали, от Вероёки обратно еще до озера. Пешком. Пипец. Еще ноги не болят совсем сегодня. Да. Ну, как бы чувствуется, что вчера был ударный день. Но я в преддверии того, что завтра будет не менее ударный день. Потому что завтра гулять мы будем по Гамбургу. Да. Нет, Брюссель сегодня. Пока мы можем позволить себе сказать Брюссель сегодня. Надо в Брюсселе купить капусту. Сделаем фотографию по типу я и капуста. Брюссель и капуста. Брюссельская я капуста. И Брюссель. Я и брюссельская капуста. Меня нашли брюссельскую капусту. Серьезно? Нет. Хорошо, а тогда меня принес аргентинский аист. Ты понимаешь, что для жителей Брюсселя сказать, что меня нашли в капусте, это двухслойная шутка. Не поняла. Но это была шутка про двухслойную шутку, это и есть двухслойная шутка, потому что, типа, для жителей Брюсселя сказать, что их нашли в капусте, типа, потому что брюссельская капуста. Смешно. Ну, да. А двухслойная, ну там у капусты же слои. А тут две шутки в одной, поэтому а это двухслойная, поэтому это получается трехслойная шутка. Это самый запутанный каламбур, который я слышала, серьезно. Это... Иногда самое смешное лежит не на поверхности, это... понимаешь? Нет, я понимаю, но как правило это не так. Ты хорошо каламбуришь по типу... По типу даже не подкопаться. Очень странных дел. Очень странных дел. Да, мурлыки привет передаю отдельно.
хватит. Давай вот угадай, ты знаешь тупо 5 слов их поймешь. Нет, я 3 строчки знаю. Вот эти. Только я боюсь намудрить. Это. Трианон? Да. Трианон. Трианон. Мы научились говорить по-французски. Знаешь, как забавно произносить тюлерийский сад? Я когда маме это название сказала, она с 3-го раза выговорила. Тюлери? Ну, тюлери. Je suis тюлери. 2 дня в Париже, уже учишь французский. По-другому здесь не выйдет. Карта. Сортик. Огромный выхарчеванный пень. Вот настолько огромный, что для сравнения, вот моя рука. Тут можно залезть и жить вот здесь. Бюджетное вот жилье для студентов. Тоже всякие вещи. Травы свидания. Я снимаю. Но как бы. И она будет потом с шоем считать, типа, блин. Они такие ужасные. Они такие ужасные, да. Ты снимаешь, да? Огромное дерево. Ребята. Мы приехали во Францию, в Версаль, чтобы пойти в деревню. Сюда. Он сказал налево. А. Значит, дальше. Там карта есть. Алиса, деревня туда. Ну, просто понимаешь, я думала, что там. У меня почему-то, как бы, наверное, это с Пушкинских гор у меня вот эта штука, что у меня представление о том, что там вход, и там, типа, вот холм идет вниз, поэтому там такое красивое на озера и на деревню вид. Но я не знаю, может быть, оно и прямо идет, понимаешь? То есть, ну, вот это же холм, получается. Ну, да. Ну, понимаешь, я говорю, там эта деревня, это... Как контактный зоопарк, грубо говоря. Ну да, туда надо идти, когда ты здесь до 3 хотя бы. Ну, до 2. Ну да, так как мы. Я вообще думала, что мы в 2 только собираемся там. Вот. Ну, как бы да, но понимаешь. У нас сегодня еще Брюссель. Если бы у нас не было Брюсселя сегодня, то. Да вообще не понимаю. Это другой вопрос. Часа 3. Да нет, сколько туда ехать? Короче, около 5 часов, около 5 часов, или 7 часов в итоге будем там, до 10 гуляем, потом... Пусть он здесь живет, Алис. А вот этот тебе чем некрасивый? Или вот этот? Не все красивые. Нет, ну глубоко, видишь? Это тоже все, давай мы дома их трогать. Выкини его торжественно. Пока каштанчик расти большой. Все. Стерышко. Подумал, я сейчас. А еще чуть-чуть. Елисейские поля, 12 век нашей эры. Здесь мы видим крестьян,
с собакой. Это волк, идущих на работу пахать поля. Волк уже приручен. Гранд-канал. А это телега. Кебус. Сейчас мы войдем в тень. Я перестану снимать. А? Нам можно. Я вот иду и думаю, какой Версаль, типа, такой какой-то немножко плешивый, немножко это самое. Это просто тут все выгорело, ребят. Да. Потому что в Париже как бы тоже жары такой особо не бывает. То есть тут тепло, как бы, да, но... Камон, чувак. Ребята, я не знаю, видите ли вы это или нет, но, в общем, это фонтан, один из самых больших, и тут, блин, водятся огроменные карпы, вот, огроменные. Вот просто пипец, ребята. Рыбина. И не одна такая. Ого! Спит. Чего? Я хочу ребятам показать. Ваш комментарий к карпам. Что-то пошло не так, поэтому мы не смогли добраться до Брюсселя, поэтому мы снова здесь. И здесь, в фонтане, который планируется реставрировать, завелся огромный карп. И не один. И, скорее всего, не один. Пипец. Теперь наверняка переключаю вас на Брюссель. Если растут, она грязная. Да нет, нормальная водичка. Пошли. Ну, красиво. Хорошо? А? Нет, надеюсь, честно. Это называется... Бускет де Версаль, чё-то как-то. А? Нет. Кормушки? Да. Ну, увидим, скажу. Тебе тут нравится? Да. Очень. Классно.
Давай, сделаем тебе. Так нравится, это такая маленькая площадь такая. Да. Только что Сандер сами возглавили. Да. Меня удивляет то, что как бы тут дорожки такие. Вообще во всех парках вот такие никакие какие-то. Очень красивый вообще фонтан. Да, и карпы тут вообще вписываются очень. Гильдийские дома. В любом торговом городе, каковым являлся и Брюссель, каждая гильдия, задействованная здесь, должна была иметь свое представительство на главной площади. В итоге гильдия изыскивала средства, нанимала архитектора и определенные архитектурные манеры, иногда желая отобразить какие-то свои особенности. Как вдруг, откуда ни возьмись, появился маленький мальчик, сделал на фитиль свое любимое дело, тот погас, взрыва не произошло, ракуша была спасена, и благодарные жители решили таким образом вот отметить это значительное событие, заказав у Дикиснова данную скульптуру. История вторая, праздничная. Она рассказывает о том, что во время очередного городского праздника один местный вельможа решил прогуляться по красиво наряженным улицам и взял с собой своего маленького сына. В результате